Друзья, буду вам показывать наш лов из кари, обувь Володьки, но вы уже посмотрели. Смотрим дальше. Обувь Володьки, но вы посмотрели. Я только что показывала вам его кроссовочки новые. Мы купили вот такие вот ботинки, но мне, к сожалению, обувь из-за перелома и сильных опеков, особенно правой ноги, приходится брать обувь на пару размеров больше моей ноги. К сожалению, у меня 39 размер, но чаще всего я беру 40 или 41, и у меня даже были кроссовки 42. Потому что, если то есть маломерки, потому что у меня сломана в нескольких местах нога. Она, спасибо пьяному рентгенологу в больнице, она у меня срослась криво. Из-за этого мне очень больно, вдруг что-то, то есть она у меня как бы, ну, шире стала немножко, мне кажется, не знаю, там кости торчат у меня, они перетирают мне кожу. И в идеале мне, конечно, нужно сломать ногу и заживить ее заново, но я не хочу, естественно, вот, что это меня очень выкосит из моего привычного образа жизни, и поэтому я этого не делаю, вот, но... Если, конечно, будет неимоверно больно, и я буду понимать, что я просто уже не могу, тогда я это сделаю. Сейчас не хочу. Вот сколько бы мне ни говорили, сделай, пока молодая. Ну, не хочу, не хочу. Я знаю, что Антон, то ли Макарский, то ли Мухарский, я не помню, короче, актер какой-то. В общем, он вообще в 40 лет, по-моему, делал подобную операцию, вот, по тому же случаю по ноге, потому что уже просто не мог ходить, ему было дико больно. Я где-то в новостях читала. В общем, вот такие вот ботиночки, вот, на шнуровочке, молнии с обеих сторон, это в каре мы взяли, такие вот, на осень. На ноябрь такое вот бегать, очень клевые. Вообще в среднем до ноября, до декабря хожу в летних кроссах, если честно. Вот, в общем, поэтому мне приходится брать обувь больше. У меня очень частые отеки в связи с тем, что нога криво срослась, она у меня еще и отекает. То есть у меня, в принципе, ноги отекают, у меня траблы с почками, ноги, руки часто отекают. Плюс мы ведем образ жизни, частые перелеты, переезды, поездки. Долго приходится находиться в сидячем положении, у меня из-за этого очень опухают руки, как колбасены, сосисоны выглядят, и очень сильно отекают ноги. И вот эта нога вот здесь, вот она у меня была, переломы, два перелома вот здесь, и у меня здесь постоянно синяк из-за этого, потому что кость кривая перетирает кожу, один перелом в бедре. В общем, это не прикольно, на самом деле, не ломайте ничего. У меня сейчас рука жутко болит на погоду, у нас надвигается два тайфуна, и рука просто переломанная до этого пару раз, она, в общем, тоже дает о себе знать. А это, в общем-то, Дамирова обувь 37 размера, я в 9 лет носила 34-й, и уже готовилась запрыгивать в 35-й, до нашего 34-й, это, в общем, Тамира 37-й, ну, мальчики есть мальчики, вот, это его обувь, я сейчас отфотографирую, хочу родителям отправить, вот, и, значит, по классике жанра дали вот такую штуку, сейчас я найду и покажу, так, по классике жанра вот этот вот ключик, вот этот вот ключик, как всегда, у меня уже их штуки 4-5 есть. И, значит, еще мы ходили, относили на очистку, лил солид. У меня старая модель, Вова своей старой модели лил солид, a little is a lot. Это, значит, от Айкос представлено лил солид. Мы его покупали в конце августа прошлого года, практически год тому назад. Вот, мы покупали два одинаковых лил солида. Володя в апреле, по-моему, свой лил солид потерял, забыл его где-то во время командировки, и поэтому у него новый лил солид. У меня остался старого образца. И, в общем-то, сегодня мы относили его и мой лил солид на чистку. В общем, когда покупаешь их, значит, Володе выдали, ему выдали ключик такой, чтобы можно было отнести на бесплатную чистку его, значит. И он покупал еще вот такую штуку. Это EOS Premium Plus, это самое, это одноразка, вот с капучино. Он, значит, когда я его покупал, ему дали еще один ключик. И ты с этим ключиком идешь и чистишь бесплатно свой лил солид. Мой лил солид во время чистки, у него, значит, внутри... Открываешь вот эту штуку, там еще внутри одна такая штуковина, ее тоже открываешь, и там, значит, торчит такая вот как палочка. Ты на нее, по сути, накручиваешь вот это вот. И
Поломала, да? Да, поломала. Ладно. В общем, внутри, то есть вот эту вот этот стик, ты его как бы одеваешь на эту саму палочку. Эта сама палочка во время чистки, она, короче, обломилась. И мне поменяли на бесплатно, абсолютно бесплатно, из-за того, что они поломали эту внутри палочку во время чистки, мне тупо поменяли на новый Lil Solid. Старый забрали, а на новый поменяли. То есть мне просто подарили, блин, подарили, серьезно, это так прикольно. В общем, такие покупки, Володя просто вышел в магазин за стиками, а я вот вам решила показать покупки наши. Вот. Ну и мы еще, короче, взяли две пиццы. Одну средиземную, вторую пиццу, любимую пиццу Дамира в пицца просто. Это сырная курочка. И мы еще взяли латте один. Вот. И вот пришли домой вот с таким уловом. Вот так вот.